Добрый вечер. В эфире бизнеса итоговая еженедельная программа «Тыждень» за Арестовичем и Алешиным. Итак, слепой ли траст и был ли он вообще, что стоит за постоянно изменяющимися заявлениями юристов из окружения президента? Чем закончится офшоргейт? Удастся ли камбэк экс-милицейским чинам? Какими будут новые чиновники и почему нам не стоит пенять на Голландию? Ответы на все эти вопросы будем искать с нашим гостем, кандидатом юридических наук, юристом-криминологом Анной Малер. Добрый вечер. Здравствуйте. И постоянным экспертом нашей программы Алексеем Арестовичем. Добрый вечер. Итак, господа, давайте начнем с офшоргейта. Практически неделю назад, да, Центр по исследованию коррупции и оргпреступности, так называемый OCCRP, вот, Международный консорциум журналистских расследований, опрелюднил всем известную информацию, так называемые Panama Papers, где фигурантами в том числе выступает и Петр Порошенко, наш президент. Так вот, и все задаются вопросами, был ли слепой траст, не был ли слепой траст, и самое главное, когда переводились акции там, через Голландию на Виргинские острова, ушел ли хоть один пенс из Украины? Анна, вот первый вопрос к вам. Буквально вот там перед записью, да, уже юристы Порошенко в очередной раз заявили, что Рошен уже передан в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Ротшильд Траст договора о слепом трасте. Скажите мне, вы, вот как фаховый юрист, да, юрист, который занимается, ну, как бы активно занимает активную общественную позицию, да, следит за политическими процессами, происходящими в стране. Скажите мне, вы вообще поняли, о чем там идет речь, и насколько ли слепой траст, и был ли он вообще? Я зрозуміла, але те, що я зрозуміла, не можна озвучувати, тому що мені будуть закидати, що я до суду звинувачую у чомусь людину чи групу людей. Бо за нашим законодавством, до того, як суд не визнав людину винною, ми нібито не маємо права говорити, що вона вчиняла злочини. Тому ми будемо говорити трохи в іншій площині. Тут, по суті, немає порушення в тому, що людина укладає якісь угоди з офшорною зоною. Бо там угоди зазвичай легальні. Але проблема в іншому. Для чого людина це робить? Ми всі добре знаємо, що це робиться для ухилення від податків. І я би перевела розмову більше в іншу площину. Хто такий президент в країні? Це не директор фірми, це символ нації на той період, коли він президент. Це лідер нації, це людина, яка несе в першу чергу моральну відповідальність перед всіма нами і повинна нам показувати приклад, як ми повинні діяти. Тому, якщо нам встановлюють жорстке законодавство і ми змушені сплачувати величезні податки, то в першу чергу це повинен робити президент. І розмова мусить перейти в цю площину. Олексій, ну як сказав Петро Олексійович, жодного пенсу з України, ви повірили? В жодний пенс. Да, это такие нюансы, в которых там должны разбираться и очень долго, я так понимаю, профессиональные юристы, профессиональные финансисты. Я же не юрист, не финансист, я могу судить о моральной стороне вопроса. Да, что, как бы дети Сталина и Молотова были на фронте, а наш президент в это время там заключает всякие коммерческие сделки. Время Иловайского котла, да, да, по-моему? Ну, это уже, как бы, по-моему, громадское прилепило, да? Но суть не в этом. Во время войны этого достаточно. Аня, скажите, пожалуйста, такую вещь, вот я хочу понять. А закон о госслужбе позволяет совмещать бизнес и госслужбу? Взагалі, ще на момент подачи документів в ЦИК, коли людина балотується в президенти, вона вже повинна пред'явити документи, які свідчать, що вона передала свій бізнес в управління іншим особам. Це перший момент, про який вже в ЗМІ я не перша про це говорю, тобто вже це не сенсація, і мені дивно, чому цим не займаються служби, які повинні були це проконтролювати, в першу чергу ЦИК повинен був це проконтролювати. А другий принциповий момент, окей, давайте повіримо, що він передав свій бізнес в управління Ротшильдам, я перша готова в це повірити, і давайте промоніторимо, приміром, Київ і подивимося, як за роки президентства цей бізнес дуже гарно розвивається. Уявіть собі, наскільки Ротшильди круті хлопці, що вони зуміли в українських реаліях практично натикати на кожному квадратному метрі
міні-торгову точку, да, підприємства, кондитерського підприємства нашого президента. Воно вийшло в лідери і в монополісти в кондитерському виробництві. Тобто я собі уявляю, що це дуже талановиті люди, які можуть пристосуватися до реалій будь-якої країни, якщо це вони так керують. Ну, так що ж говорити. Значить, нарушен закон об избирательный закон, нарушен законом обороне. Мы тысячу раз об этом говорили, не создана ставка Верховного Главнокомандующего и так далее. Нарушено миллион законов, нарушает один и тот же человек, который является символом гарантирования исполнения законов на этой территории. Вот и вся ситуация. То есть человек, который персональную ответственность несет, персональную, историческую, юридическую, какую угодно, за то, чтобы законы соблюдались, нарушает их с самого начала, еще до того, как он занял это место, последовательно все два года подряд. Ну, все, о чем говорить. Ну, и питання, знаете, да. Не тільки в законах, от якщо ми будемо говорити про Липецьку фабрику, то я можу сказати, що я знаю багато людей, і я особисто принесла в жертву свої якісь матеріальні інтереси і не їжджу в Росію після початку війни, не спілкуюсь, в мене немає ділових контактів, і дуже багато людей, які втратили ще більше за мене, там незрівнянно більше. Так? В першу чергу, це повинен бути зробив президент символічно, тому що для нього це не гроші, не продавати, а залишити це майно там символічно і сказати: я лідер нації, я вас веду за собою, я вважаю, що так правильно, і я закликаю всіх так робити. І повірте, що за ним би пішла нація. Бо він прийшов в той час, коли люди готові були абсолютно на все заради лідера, який їх поведе до кращого життя України. На своя рубашечка оказалась ближе так. К цьому. Алексей, ми Севастопольський судоремонтний завод. В прошлій програмі ми говорили о тому, що як українців, от з Баумейстером, как украинцев підштовхнути, не знаю, направить, ну там не заставить, да, жить в сфере права. Как, если у нас первый не в сфере права? Вот. Насчет, вот вы уже сказали о моральном аспекте, а давайте вот, и это касается, кстати, и морального аспекта, и юридического даже. Дмитрий Гнаб, журналист Слідство інфо, яке на громадському і на ЮА перший виходить цей проект. Ті, які зробили перше розслідування і фактично паралельно з Панама Гейтом це все з'явилось, Панама Пейперс, і на основі фактично теж цих документів, тому що їх журналісти Слідство інфо теж приймали участь в цьому общемировому журналістському розслідуванні. Так от, много там було на них, грязі вилито і адвокатами, і в кавичках, і не в кавичках там Порошенка із його окружение, там, Рошена и так далее. Уже в конце недели Гнаб у себя в Фейсбуке написал, что его такие пригласили на встречу с юристами Порошенко, забрали телефоны, камеры и все остальное, никаких диктофонов, и показали, как ему сказали, одну из бумаг, подписанной вот, якобы о передаче в этот слепой траст Ротшильдов Рошена. Вот. Но Гнаб при этом задался вопросом. Давайте послушаем. На этом соглашении нет ни подписи Порошенко, ни подписи представителя Ротшильдов. Нет печатей, стоит только подпись представителя президента. А оригинал экземпляра с подписью Ротшильдов имеет только президент. Где на самом деле истина, может доказать только он, если покажет свой экземпляр соглашения, на котором стоит подпись представителя Ротшильдов. Дмитрий Гнаб, журналист. Ну вот, все очень просто, да, Анна? Угу. Вот покажите. Нет, конечно, есть конфиденциальность, да, и все остальное, но найдите способ, или я, может быть, невиглас и неправильно кажу, но можно ли найти способ продемонстрировать это доказательство? Вот, подпись. Це дуже просто робиться. Замальовується білим штрихом конфіденційна інформація там, де є персональні дані особи. Все інше можна опублікувати, в тому числі початку і підпис. Здесь есть вот еще вам один... развязание морального аспекта, еще один Алексей. Момент. Смотрите, там же прошел и Путин. Да. Как, угу. И его всякие вот эти все музыканты. Песковы и все остальные. Да, и так далее. Путин умудрился не поставить ни одной подписи под документом. Личный, потому что он старый кегибист, он делает это через подставных лиц. Но тут чисто украинское, такое наше. Ну как это, я свое имущество кому-то отдам? И даже не на жену, как обычно делают бизнесмены. Писал представитель президента, не он лично. Это свидетельствует еще про то, что у людини немає близьких довірених осіб, в яких би він був абсолютно впевнений. Я вам скажу, що це страшно. Бо в президента, ну вибачте, навіть в таких справах мусять бути довірені люди. Довірене лицо плюс, ну, як мінімум, супруга. Тобто тут хочеться задаватися вже ще більш моральними питаннями. Да? Там же є брат, я так розумію, є отець. И так далее. Есть ли брат у президента, я не помню, или это Сющенко будто. Ну, неважно. Есть близкие родственники, твои родные братья и так далее, которым можно передать. Но, видимо, нет.
таковых. Один совсем один? Да, и это показывает. Кроме того, это показывает, что он не исключает возможность чего? Уголовного преследования. Не исключает. Ну, бачите, українське законодавство виписано не випадково у такий спосіб, що нема кому розслідувати справи проти президента. Да, я хотел спросить, кстати, и, вернее, сказать, что нет же институции, которая может провести, например, аудит этого дела, да? Хозяйственный аудит, финансовый, юридический. Всі в перший же день президент мовчав, всі інші органи, які би мали це розслідувати, вони заявили, що це не наша підслідність, не наша підсудність, ще щось там не наше. І, власне, вони праві, бо законодавством ніхто не може перевіряти президента, це так і є. Єдиний інструмент, єдиний інститут – це Верховна Рада, який можуть ініціювати… Тимчасова слідча комісія. Так, і все, і власне, більше ніхто. А от, кстати, Анна, а дійсно ли, як ви писали у себе на уходящій неділі в Фейсбуці, скажем, процедура импичмента или порядок импичмента прописан в законе о регламенте Верховной Рады, которую Конституционный суд фактически несколько недель назад чуть ли не приравнял к Конституции, насколько я понимаю. Так, у нас гуляє чомусь такий величезний міф, що у нас не може бути реалізований імпічмент, бо в нас немає закону про імпічмент. Насправді, ну, безумовно, закон би не завадило прийняти, але в нас і без закону є настільки ретельно прописана процедура, ціла глава виділена в законі про регламент, як це робиться, там розписано абсолютно все до дрібниць по найменших кроках, тому ніякої проблеми законодавчої взагалі немає. Тобто, зібрали все-таки, скільки там, 300 голосів, да? І поїхали. Процедура складна. Спочатку 226 голосів для того, щоб ініціювати, потім там три етапи, але на завершальному етапі все-таки 3/4 від складу Верховної Ради 350, повинні проголосувати. Да? Але на сьогоднішній день, я думаю, що актуально було би не в принципі відправити президента у відставку, а ініціювати цю процедуру для того, щоб було розслідування. І розслідування дійсно, суспільство ж хоче відповіді. Хай би розслідування показало, що не причетний президент. І нам би всім стало легше. Ну, а от можна задать вопрос. Временная следственная комиссия Верховной Рады, какие у нее полномочия? До чего она может довести расследование? Дуже широкі повноваження. Там призначається спеціальний прокурор, спеціальні слідчі. Але потім там ще це все буде результати перевіряти Конституційний суд, процедуру всю цю. От, і, в принципі, на це потрібен час. І я думаю, якщо так дуже відверто вам казати, що реалізувати до кінця цю процедуру не можна. Але це був би дуже потужний сигнал суспільства про те, що «Аго, хлопці, ви прийшли на крові до влади, давайте щось зробімо для народу». От, це був би сигнал про готовність суспільства чекати відповіді. Корея же посадила там 4 президента, по-моєму, подряд, поки вони не почали себе вести так, що їх не треба було сажати. Ну, спочатку там з середини 70-х сажали аж бігом. Ну, а ви вірите в те, що система з'їзд гаранта нинішнього? Ну, До кривавої революції, ви знаєте, можна було говорити, що чогось не може не бути. Але зараз, я думаю, що ми бачили все. И в нас может быть и все. Ну, я имею в виду, что политического решения об импичменте навряд ли оно будет. Навряд ли. Чисто процедурно его дуже складно втілити. А кто, Алексей, кто? Вот эти 30, как вы говорили, внутренний Майдан в Раде, который в меньшинстве? Ну, помним, как побежал Янукович, правильно? Янукович же побежал, имея гарантии иностранных послов, подписанное соглашение, что он остается до ноября и так далее. И так далее. Угу. Он побежал, когда Верховная Рада от него отказалась. Когда Фирташ и прочие олигархи, судя по всему, дали команду своим депутатам больше не поддерживать Януковича. Значит, в Верховной Раде могло быть принято любое решение, которое шло вразрез с планом Януковича. Он потерял способность управлять. В этом смысле у нас все-таки парламентско-президентская республика. И если Верховная Рада зайдет в противоречие с президентом, у него остается только один, ельцинский вариант 93-го года. Расстрелять из танка Верховную Раду. Но Янукович на это не пошел. Он понял, что он расстреляет, а опоры нет. Никакой опоры нет. Потому что Беркут все проблемы в стране не решит. Да. У Порошенко тем более нет такой возможности, у него даже Беркута нет. Поэтому он в очень скользком положении. И если будет досрочные выборы президента, либо любой другой способ отстранения его от должности, то он пройдет через Верховную Раду, это безусловно. Угу. То есть все-таки политический, да. А как вы считаете, Анна, политический шанс у противников, не у противников, в любом случае противники используются этим или попытаются воспользоваться, да? Есть ли у них шанс политически раскачать эту лодку? Ну, я можу вам сказати, як... Там же ж коаліція поки тільки на двох, вроді як, формується. НФ і БПП, а остальні, вроді як, уже і не друзі.
От як людина, яка багато написала про політичну злочинність, як науковець цим займалася, я можу вам сказати просто ключовий фактор, який призводить до революції і дуже серйозних політичних потрясінь. Це насамперед глибока економічна криза і абсолютно незабезпечення найнижчих верств населення, елементарно одягом, їжею. Так? От як тільки в нас ця межа буде знову пройдена, ми можемо розраховувати на те, що будуть серйозні потрясіння. Я думаю, до цього серйозних таких потрясінь не буде, тому що люди, знаєте, вже пішла така хвиля назад, люди вже зрозуміли, що дві революції ми зробили, щось ми не туди йдемо, треба щось придумувати нове. Нічого не змінюється. Бо нічого не змінюється. Тому я думаю так, якщо зовні щось вплине на людей, що вони не зможуть терпіти, то це якась межа зубожіння, яку неможливо буде стерпіти. Все інше, я думаю, що вигадають якийсь новий сценарій. А ви знаете, этот пузырь-то вот офшорный, он же увеличивается и увеличивается. После Panama Papers, на основе тех же Panama Papers, после там следства инфо, другой проект, например, уже Радио Свободы, схемы, как сказать, продолжил тему, да, нет конца расследованиям, да. Так вот, и они просто доследили, подняли документы, пользовался ли Порошенко, как и любой другой крупный бизнесмен, которых называют олигархами, мы называем в Украине, офшорами. И таки получили ответ, таки да, в своем расследовании. И, например, вот что в расследовании программы «Схемы» на Радио Свобода в частности говорится, давайте послушаем. В расследовании говорится, что правоохранители установили в ходе досудебного следствия, что офшорная компания «Агропродимпекс», которая появилась в структуре бизнеса Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины. Из статьи издания «Зеркало недели». Ну вот, пошли после этого сюжета информационные сообщения, да, ну там я его из зеркала взял, там мог с любого другого источника взять, да. То есть журналисты продолжают расследовать и давить на то, что ребята, во-первых, непонятно, должны ли были платиться налоги, когда гонялись акции, да, из Украины на Виргинские острова, да, Рошеновские. Теперь, ну, просто подтверждение тому, что как бы президент, как крупный бизнесмен, такой, ну, не исключение со всеми остальными другими крупными бизнесменами украинскими, да, вот, и как бы как по утверждениям журналистов, пользовался офшорами еще там дюжину лет назад, да, во времена Кучмы и так далее и тому подобное, хотя парохоботы кричат а то, нет, неправда. Но при этом Генпрокуратура мовчит, да, СБУ мовчит, ну там у них немножко другое, да, Держфинмониторинг мовчит, все мовчать. Алексей, скажите мне, вот вся бульбашка мыльная, вот смотрите, в прошлой программе вы сказали о том, что конец года может быть очень жарким, да, и буквально через неделю начинается скандал с панамскими, даже меньше, панамскими бумагами так называемыми. Скажите мне, вот это, по вашему мнению, может стать одним из тех узлов в ланцюгу вот тех событий, которые могут быть жаркими в конце года? И насколько крупным узлом или нет? Ну, одним из узлов. Как бы еще будет много таких скандалов в этом году. 2016 – это год разоблачений. Да, они будут друг на друга выбрасывать компромат. Кормовая база сужается, идет борьба за остатки как бы того, что есть. Еще предстоит волна приватизации большой. И когда начнут делить одесские припортовые, я думаю, мы увидим столько компромата, что просто мама дорогая. И это задача 2016 года. Вот если смотреть на архетип революции, как он осуществляется, задача 2016 года – это показать, что король голый во всех отношениях. И это будет показано всеми возможными способами. Але я вам скажу, що прийдеться попрацювати дуже серйозно, бо наше суспільство розхитати якимось офшорним скандалом практично неможливо. У нас розхитується експертне співтовариство, так, яке знає, про що йдеться. А от в прямих ефірах, от я цілий тиждень була, коментувала цю ситуацію, значить, при мені було опитування громадян, що таке офшор, то менше половини людей, в принципі, розуміють взагалі, що це. Крім того, люди вже в нас взагалі нічому не дивуються.
Розумієте, вони звикли, вони знають, що влада така. Як неізбежне зло сприймають. Так, да? Тобто їх розхитати надзвичайно складно от такими речами. Тому я думаю, що це дійсно це один із факторів, який вплине, ймовірніше за все, на репутацію президента зовні. І якщо зовні він втратить довіру, отут йому, скоріше за все, кінець. Ну, ізоляція внешня – це дуже багато для нас, значить. І от воно, судя по всьому, відбувається. Тому що за рубежом прекрасно розуміють, що таке преступне уклонення від уплати налогів. Прекрасно розуміють. Навіть подозріння. В той или іншій кімнаті. Подозріння, да, тим більше для такого, для государственного лица. Поэтому, ну, путем Януковича. Янукович тоже сначала попал во внешнюю изоляцию, потом одел внутренние глупости. И потом ну, он только в Россию летал, да. Да, потом это все закончилось так, как оно закончилось. Вот, кстати, не знаю, в качестве шутки или не шутки, ирландский букмекер Paddy Power Betfair начал принимать ставки на уход следующего главы страны после премьер-министра Исландии. Не буду читать его фамилию, не выговорю, да? Вот, он стал первой жертвой, такой крупной жертвой этого Панамагейта, офшоргейта. Так вот, какие у него ставки у букмекера? Кто, по его мнению, самый реальный претендент на вылет с должности после премьера Исландии? Дайте нам, пожалуйста, картиночку, я ее прокомментирую. Итак, самые высокие шансы уйти в отставку по оценке ирландского букмекера у президента Аргентины Маурисио Макри. 8-1 ставочки принимаются, неплохо. Также вероятными кандидатами на отставку являются президент Пакистана Наваз Шариф 10-1 и Петр Порошенко 12-1. Дальше Дэвид Кэмерон 20-1, который признал таки, что заработал 19 тысяч на офшорах, да, вот, не постеснялся, вот, ну и самые низкие из таких громких фигурантов Панамагейта, это Путин и Оланд, у них только, по мнению букмекера, 33-1 шансы вылететь с посады. Анна, скажите мне, с юридической точки зрения, цифры как, сопоставимы или нет в глобальном масштабе, как считаете? Ну, они, ну как бы... я вам скажу, для держав, в яких є політична культура, абсолютно це реально. Тому що дійсно для того, щоб не збурювати там революції чи якісь невдоволення народні, якщо є скандал, людина йде у відставку, от як в Ісландії, до речі, про закритість еліт. Тим не менше, до влади прийшов його соратник наступним. Так? Ну, тобто все питання вирішено, народ задоволений, там, значить, людину прибрали з посади, все чисто, красиво зроблено. І ті, і верхи задоволені, і низи. У нас такої політичної культури немає, тому в нас ніяких відставок ні президента не буде, ні якихось інших гучних відставок, пов'язаних з офшорним скандалом, не буде. Тільки якщо під якимось таким, знаєте, тиском населення, ненормальним, напівреволюційним, але я думаю, що народ вже настільки стомився і зневірився, що він заради цього не вийде. Да, офшори точно не потолкнуть к революції. Так. Угу. Ну, от эти 12 к 1, Олексій, як считаєте? Да тут о другому треба говорити. Да? Посмотрите на качество мирових еліт. Это ж просто кошмар. Так. Все замазаны всем одним миром. Раньше была вот холодная война. У системы под названием человечества был пар. Противостояние двух крупнейших блоков, и это двигало машину, заставляло развиваться. А теперь СССР, когда развалился, и социалистический блок, пара не осталась. И вот эти мировые лидеры начинают лихорадочные технологии по мобилизации масс. Русский мир, борьба с терроризмом, что глобальное потепление. Это все попытка заставить людей подняться и что-то делать. Потому что любой лидер становится перед вопросом мобилизации масс. Американцы делали это последовательно, освобождая негров, потом женщин, негров и так далее. И каждый раз это давало взрыв, прирост в экономике, да, и социальном развитии, потому что освобождение энергии, которая до этого была упакована, дает прирост. Вот они хотят это сделать со своей страной, со своим регионом, в масштабах земного шара. У них не получается. Остается торговля страхами, безопасностью и потихоньку наживаться, потому что вот... И я представляю, вот они становятся дедушками, их внуки спрашивают, вот ты был дважды президентом США, Обаму спрашивают, а что ты сделал? Что отвечать? Медицинскую реформу. Медицинскую реформу. Впроваджував. И им нечего похвастаться. Они не Наполеоны, они даже не Рейган, не Тэтчер и так далее, не Рузвельт, не Сталин, не Черчилль и прочее, прочее. И меня вот, я вот просто пытаюсь себя поставить на их место. Но мне можно предложить 200 миллионов долларов. Я головы не поверну, если вопрос стоит о том, чтобы, даже не то, чтобы поступить против чести, совести, а просто подвинуться там, где я не хочу подвигаться.
А эти люди, вот премьер-министр Британии, 19 тысяч фунтов стерлингов. Он ради этого рискует репутацией, положением, местом, да, лезет во все это самое, чтобы заработать 19 тысяч. 19 тысяч фунтов стерлингов – это у нас нормальный старший оперативник главка МВД зарабатывает в неделю, знаете, понимаете? Це очима Януковича, Меркель, бідна людина. Вони справді живуть на зарплату, і для них 19 тисяч – це гроші. Ну, хорошо, он хотел вторую зарплату получить. Но проблема в том, что они, по-моему, потеряли пол. Вот, живут, не чуя под собой страны, по которой они правят. Эти люди просто вот налицо отрыв элит от реально происходящего процесса. Тому що у влади є своя специфіка, вона незворотньо змінює психіку людини, деформує. Yeah. Це не підлягає якійсь соціалізації такій в інший бік. Yeah. І дійсно людина втрачає реальність. Я вам скажу, що от є книга, до речі, Литвин описував про Кравчука, здається, да, в мене є ця книга. Його перше відчуття, коли він зайшов в президентський кабінет. Він дуже м'яко описує цю ломку психіки людини, яка розуміє, що тепер от вона поворухне пальцем і пів країни сяде, щоб йому щось піднести, бо він щось захотів. Розумієте, це дуже складно. Люди не витримують. Поэтому нам треба по-платоновськи готувати еліти, тому що ми можемо констатувати, що везде власть є необратимо, вона необратимо калечить тих, хто її держит. И да, я хочу закончить. И получается, что нам надо, не знаю, к власти специально готовить людей, либо менять природу власти, перестраивать ее как-то. Значит, или делать и то, и другое вместе, потому что, ну, в противном случае это будет британцы бесконечное готовали, повторение. А бачите, 19 тысяч. Да, кстати, вот повторение. Мы уже это же как бы Кэмерон, он же представитель элиты, там обязательно какой-нибудь Сент Эндрюс, какой-нибудь Итон Колледж, да, так далее. Он в сети находится, вот это всех привет. И тем не менее, он все равно тырит в карман себе. Вот что ты с ними будешь делать? Они вот как проблемы там все. Смотрите, да, есть такой бренд Глисон, бывший морской котик, и он, по-моему, тренер по мотивации, да, такой себе Арестович номер два, но не психолог, да. Так вот, он вот поделился семью мудростями этих морских котиков, которыми мотивирует солдат, и скажет, вот давайте их послушаем и подумаем, продолжим тему того, как смотивировать наше общество, и можно ли вот этими тезисами, действиями, постулатами их смотивировать. Легко могло быть только вчера. Обрети комфорт в дискомфорте. Не загоняй себя до смерти. Имейте общие цели. Двигайся, стреляй, общайся. План работает до первого контакта с врагом. Все на кону. Всегда. Брент Глисон, бывший морской пехотинец США, тренер по мотивации. Ну что-то из этого нашему обществу может помочь, скажите мне? Общее благо. Общее благо, государство, да? Начинается там, где ставится вопрос об общем благе. А это, между прочим, является, если я не ошибаюсь, принципом юриспруденции. Общие цели, общие блага. По крайней мере, политическое право должно исходить из концепции общего блага. Скоріше всього. Ну, знаєте, я дуже довго під час революції думала, що робити, де вихід. І я спілкувалася з нашими європейськими друзями, які приїжджали підтримувати українців, з міжнародними організаціями, які запитали у мене, дайте якусь юридичну оцінку, що у вас відбувається. І я прийшла разом з ними до думки, що до тих пір, поки ми не якось не піднімемо культуру нашого суспільства, це такі речі, ну ніби якесь загальне слово, я говорю про якусь культуру, так, а ви скажіть щось конкретне. Це і є конкретне. Поки ми не піднімемо культуру нашого суспільства, у нас взагалі нічого не буде. Тому що влада – це завжди зеркало суспільства. І все. Да. Понимаете, до чего мы дошли? Вот в чем проблема всех этих вещей? Вот я 2 года каждый день комментирую по телевидению происходящее событие. Вот у меня последние там 2 месяца... По другим программам, да, ходите, везде, да? Везде. Ага. Вот у меня 2 года или 6 записей в день, или минимум 1 запись в день подряд. Не было дня, чтобы у меня не было записи. Я запомню. Проблема не в этом. Я себя начал... Мне всегда было что сказать. Вот я себя ловлю на мысли, что мне последние 2-3 месяца не хочется ни писать в Facebook, я ничего не пишу, ни говорить. И тяжело говорить на передачах. А знаете почему? Что мы вынуждены говорить о вещах... так сказать, трюизмах, понимаете, обыкновенных вещах, элементарщина, что надо поднимать культуру, что должно быть сильное государство, что должно быть институции, и так далее, а я не привык говорить банальности. Алексей, так называемых общенациональных об этом не говорят. Фишка не в этом. Мы все говорим об этом в Фейсбуке, между собой и так далее. Вот смотрите, в чем мы дошли до того, что мы вынуждены констатировать банальности. Мы не можем ничего оригинального сказать и нового сказать. Это означает... просто по принципу 180 градусов, что наша ситуация в стране, которую мы обсуждаем, развалилась до фундаментальных основ. Так. Падать некуда уже, понимаете? Если мы говорим о трюизмах, о банальностях, об очевидностях, вот мы говорим, что лучше быть здоровым, понимаете? Надо заниматься здоровым. Мы вынуждены по телевидению говорить так, вот такие вещи. Не обсуждая... продавайте свои голоси, не продавайте на выборах. Свои голоса. Это же неможливо. Нельзя брать говорить деньги, понимаете? Это вот напоминает разговор с детьми в детском саду.
Понимаете, вот дети, надо быть хорошими, а не плохими. Вот до такого мы дошли. Уже, понимаете, изящную фразу ты не построишь, уже на какие-то нюансы не укажешь, уже не пошутишь, потому что все развалилось до такой степени, что приходится городить банальности в этих всех передачах. У меня комок стоит, нечего говорить. Потому что развалилось, я не знаю, еще раз повторю, чтобы уже успокоиться, до стадии, мойте руки перед едой, понимаете? То есть будем проект закрывать. 100%. Надо закрывать этот проект, потому что просто тупо нечего говорить, понимаете? Но дело не в этом. Дело в том, что никто из нас не знает, как выходить из этой ситуации. Нет рецептов. Потому что за что мы не возьмемся? Образование. Образование – ключ ко всем процессам. Сейчас увеличим культуру, сделаем. А кто будет образовывать? Где взять этих людей? Студенты массово выезжают на Запад. Умы массово выезжают на Запад. Здесь никто не хочет оставаться из людей, которые хоть сколько-нибудь проактивны. Потому что нет ни правил игры, ни гарантий их выполнения. И вот этот вот распад до основания должен быть осознан всеми. И, возможно, тогда что-то переломится и начнется. То же самое было на Майдане. Я был очевидцем, когда расстреливали людей. Вот уже там, первые смерти уже были точно. И там где-то после 18 числа уже было. 19 числа я где-то зашел там в кафе переодеться или еще что-то. Сидят люди, едят суши и разговаривают про подарки на 14 февраля, на День Валентина. А рядом метрах в 500 хлопки на Майдане. Выстрелы, там, штурм и так далее, и так далее. Или там, не штурм, а какая-то, только был промежуток, но постреливали там. Или что-то хлопало, взрывалось. И, боже, когда этих бомжей разгонят? А потом был любопытный момент. Когда отключили метро, и все оказались на улицах, да, у всех нарушилась жизнь, невозможно было отсидеться, беда коснулась всех. Вот тогда публика заскрипела мозгами, начала обдумывать, и реально думать, надо же как-то выходить из этой ситуации, я имею в виду широкую публику, не те 5% активистов, которые там сидели. Вот у меня такое ощущение, что пока мы все не окажемся в ситуации, когда вообще ничего уже не работает, вообще ничего, от ЖЭКа до правительства, правительство давно не работает, публика не поймет всю степень глубины той ситуации, в которой мы оказались все вместе. Понимаете? Потому что мы экспертное сообщество, мы там за судьбы Неньки болеем, мы пытаемся выявить закономерности, мы пытаемся как-то управлять, подвести, найти решения и так далее. Говорим о том, что надо консолидироваться, доверие, 5-10. Публика этим не живет. Публика максимум, вот интересно, говорят по телевизору, либо абсолютно неинтересно. Так вот у меня хочу обратиться к зрителям, где камера, которая меня снимает. Дорогие друзья, значит, скоро вам будет неинтересно смотреть никакое телевидение и даже любимого вами Савика Шустера. По одной простой причине. Нет, наш зритель Савика Шустера не смотрит. Потому что оно развалилось все так, что уже не о чем разговаривать. Вот тупо нечего говорить. Аня блестящий специалист на международном уровне по политическому праву, по вопросам политического насилия, изменения политического строя, политической культуры и так далее, и так далее. Анна, вы же находитесь в ситуации, когда всем, кто вас спрашивает, приходится объяснять, что воровать плохо, а не воровать хорошо. По сути, да, уже? Так, я займаюся постійно, от в мене є така волонтерська місія, яку я постійно роблю, це я перед виборами дуже агресивно, а до виборів так потрошки розповідаю людям, що не беріть гроші від кандидатів, не беріть гречку, не беріть 200 гривень. Я розповідаю людям, голосуйте за тих, хто вже був при владі і виконав свої обіцянки. Якщо людина їх не виконала, не голосуйте за неї. Краще частіше змінюйте. Оці якісь елементарні речі, тобто ми, знаєте, зупинились в своєму розвитку. От ми дійсно це дитячий садочок. Дитячий і далі ми нічого пояснити можемо. Крім того, я постійно прошусь в ефірах, щоб якось до президента достучатися і прочитати йому ту лекцію, яку я читаю про політичну злочинність, про запобіжники революції. Бо він зараз робить якраз все для того, як по науці, по методиці, ніби десь з підручника, щоб знову в Україні була революція. От я хочу, щоб не тільки в людей підвищилася політична культура, а й в наших еліт, тому що хтось його радить таки, чи навмисно, чи знову, як Януковича, підставляють, мабуть, що людина зробила всі прописані методичні кроки, щоб зараз знову вийшли по хрестоматії. Да? По хрестоматії. Хрестоматійні промахи. Да? Кстати, насчет, давайте, от буде неінтересно все, закроємо проєкт, Арестович, все. Но поки продовжимо говорити. Да? Міліція. Милиция. Еще одна из топ-тем уходящей недели – это то, что, во-первых, окружной админсуд Киева восстановил в должности бывшего замначальника главка следственного управления нацполиции Григория Мамку. Именно Мамку. Об этом написал Карл Волох в Фейсбук. Быстренько давайте послушаем. Суд вынес решение в пользу Мамки, имеющего репутацию одного из самых грязных и коррумпированных ментов Украины. Одуревший от собственной крутости и безнаказанности админ суды восстанавливает на должности всех уволенных во время аттестации. Карл Волох, член Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции. Анна, как-то мы слышали, там прокуроров восстанавливали, судей восстанавливали, теперь
милиция восстанавливается. Это у нас такая иллюстрация была. Скажите мне, это ж милиция системка в системке. То есть полпреды старой системки возвращаются, и возвращаются, наверное, злыми, я так понимаю. По-перше, давайте розставимо всі крапки над «і», що таке атестація. Насправді оновили 30% складу, а 70% залишилось. Ну, в кращому випадку, в деяких регіонах оновили 40%, а 60% залишилось. Тобто, в будь-якому випадку, так, більше половини – це залишились старі кадри, які знали свої старі схеми. В них зараз збільшились хабарі, ну, всі про це говорять, так, тому що більше стало органів, які займаються антикорупційною діяльністю, відповідно, і хабарі збільшуються. От, і я вам скажу, що я не знаю, ну, наскільки от в цих людей відсутній інстинкт самозбереження, чому він відсутній. Адже революція зрадівки почалася, це що? Це антиміліцейські бунти були. Проти чого люди виступали? Проти насильства. Я не скажу секрет, це науково доведений факт, що в правоохоронні органи, в міліцію йдуть люди, в яких вроджено підвищений рівень садизму і агресії для того, щоб реалізовувати їх легально. І в усьому світі існують запобіжники при відборі. Є певні тестування, які цих садистів і агресорів не пускають туди. І потім система мероприятий по кондиціонуванню, щоб потім не срабатись. Їх ще ресоціалізують після роботи, кожні там 2 роки з ними проводять роботу, так, бо в них ще є там профдеформація. У нас, коли зараз була атестація, у нас знову ці тестування відповідні не використали. У нас знову потрапили ті люди, які, частина з яких хоче легально реалізовувати свої садистські нахили. Я можу сказати, що це мій біль, я постійно про це говорю. Для мене, взагалі, я добре знаюся на цифрах і статистиці по злочинності, набагато краще, ніж те, що нам зараз з вами говорять, знаю реальну ситуацію. Але мене бентежить одне, коли там припиняться тортури. Мені не цікаво, скільки злочинів ви розкриваєте. Я не можу зрозуміти, чому щодня мені з усієї України люди, бо я тему кримінальну постійно про неї говорю, це моя фахова тема, мені люди постійно сповіщають про тортури. Це просто бивші пепси, патрульні, а слідаки, опера і всі остальні остались старые. И как вы говорите, 70% прошли переаттестацию. Да? Вот. И что мы имеем? Что глава нацполиции, хотя Деканаидзе, заявляет следующее. Я чувствую реванш милиции, реванш тех сотрудников, которые не прошли переаттестацию. Почти все они обратились в суд. Конвейером проходят закрытые заседания, и я очень боюсь, что старая судейская система сделает все, чтобы погубить реформу полиции. Хотя Деканаидзе, глава национальной полиции Украины. После этого Аваков должен написать заяву. Я вам скажу, чому. І про Авакова я вам скажу. Пам'ятаєте, в нас сплеск злочинності був 95-96. А потім ніби десь воно розсмоктуватись почало. Воно ж не почало розсмоктуватися. Просто ці функції на себе перебрала міліція. Вони кришують бізнес, і ключова злочинність знаходиться якраз там, в застінках. І відповідно, як це все відпускати, коли всі схеми напрацьовані, гроші йдуть потоками. Так. Якщо ми бачили, дивіться, ну, візьмемо там Христо Матійний вже приклад, пшонку, от, хату. За що приносять, щоб таку хату собі побудувати, за що йому приносили гроші? Або щоб не посадив, або щоб посадив невинуватого. Ну за що прокурору можуть давати гроші? Да. І вони ж всі живуть в таких маєтках. За що? Це ж не то, що людині дали гроші за те, щоб вона 5 в табелі поставила. Це ще можна очі закрити. Не визвала родителів в школу. Так, а тут же зовсім інші речі. І вони, звичайно, ці насиджені місця не віддадуть. Це зрозуміло. І, в принципі, хто у нас знаходиться в місцях позбавлення волі? Хто реально відбуває? Ті, у кого немає грошей відкупитися. Всі справжні злочинці мають погони. Я в Одесі був в 9-му році. Как замглавы района, был старшим наглядовой рады, я уже не помню, как называлась, колония номер 13. Mm-hmm. И меня вызывали на изменение меры пресечения, там спустя 5-7 лет и так далее. И вот я сижу, люди выходят, как бы, да, их показывают, 47 человек. Я там был один раз, за 3 месяца один раз сходил, ну, успел. И я говорю, за что посадили? Вот я с ними со всеми разговариваю. Mm-hmm. Он говорит, ну как, кража со взломом, мне подсказывает офицер, который сидит в колонии. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну вот, он говорит, были 3 мотора лежало, жрать в селе нечего было. Mm-hmm. И я пошел эти моторы, которые 9 лет не использовались, вот они лежали, украл и перепродал на металлолом. Я говорю, так в чем же взлом? Он говорит, а там амбарный замок висел, и я его сломал. Кража со взломом, 13 лет. Да, а ті, що бюджетні кошти мільйони. А вот эти зайчики, которые у нас, да, в офшорах тырять деньги на миллиарды, mm-hmm. воюющей стране, на крови заработанные, вырванные под пытками у людей, отобранные, да, они друг друга освобождают на закрытых заседаниях. И есть корпоративный сговор. Корпоративный сговор правопохоронной системы, вот этой вот всей, да, и всей государственной системы против нации, 40 миллионов наций, которые воюют из последних сил,
да, вооружает армию, снабжает, пытается выживать, что-то строить, записывает наивные передачи, рассказывая про то, что не надо воровать и всякое такое. И вот такая прослоечка в миллион негодяев, которые сосут все соки абсолютно безнаказанно, потому что они сожрали государство, сели на государственные места и выступают от его имени. Как вы сказали, система сожрала даже государство. Государство надо спасать в Украине. Ну, більше того, щоб ми розуміли з точки зору ідеології, наявність правоохоронних органів і нібито їх силу завжди держава використовує з метою мотивувати нас, навіщо нам держава повинна. Бо, в принципі, вона нам вже не потрібна. Да? Але нас залякують якоюсь злочинністю. У нас не така злочинність, як нам ну, зараз зросла, да, бо війна в країні, там, це зрозуміло. Але до того в нас був нормальний рівень злочинності. Нас завжди залякують, нас завжди змушують говорити, що якщо не міліція, то тут такий розгул почнеться. Що ви негодяї, ви тут же схватите топори, будете друг друга вбивати. Да? От, і цим виправдовують існування держави. А насправді міліція – це інструмент і злочинності, інструмент влади, як інструмент примусу. То есть, да, главный рычаг, они, вот, приятно с Аней говорить, вот она сразу показывает на проблему, да, на точку. Смотрите, что сделали, я переповторю с вашего разрешения. Взяли рычаг, который является основным аргументом державы, и сделали инструментом насилия над обществом и его ограбления. Вот реальная ситуация. Они доиграются, это первое время чумы. Вот в Октябрьскую революцию были такие буржуи, которые запирали своих этих самых, начинали есть тряпчиков, потому что понимали, что приходит конец, и потом двери вышибает революционный матрос, и как бы на этом конец. Вот они доиграются до революционных матросов. Вот. Абсолютно, доиграются, абсолютно. Потому что к концу этого года, еще через какое-то время, но доиграются. Ну вот вся ситуация организована так, с точки зрения там, такой банального здравого смысла, с точки зрения научных показателей, что они полностью заводят ситуацию в то, чтобы их вырезали физически, просто вот ликвидировали. Потому что без этого ничего не будет. И сидит экспертное сообщество, которое думает, боже мой, опять новый этап кровавой революции, опять утрата территории, наверняка будет с этим связано. Ну, воспользуются сразу. Еще что-нибудь, там распад страны, 5-10, и думаешь, и мы, а давайте возьмем все за руки, друзья, возьмите что-то. И мы понимаем, что ничего невозможно сделать, вот просто ничего. Они захватили национальное богатство, все, 1% этих людей. Они их охраняют, они имеют монополию на насилие, они применяют ее для того, чтобы олигархи... Хотя янтарные республики показывают, что государство теряет монополию. Там же менты, те же менты и те же главы администрации занимаются. Они высасывают налоги из малого и среднего бизнеса, из людей, которые пытаются хоть что-то сделать, для того, чтобы олигарх не заплатил там свои 15 тысяч гривен. Они валят все на этих самых, на обычных людей, для того, чтобы заплатили бюджетникам, пенсионерам, содержали оборону, те же самые правопохоронные органы. И это гигантская раковая опухоль, спрут, которая вот полгода мы могли позволить себе не говорить революционными гаслами. Угу. Снова приходится говорить. Все делается туда, чтобы завести ситуацию туда. Вот все делается. Ну, я вам скажу, що ключове, найстрашніше, що я зараз спостерігаю, це узурпація влади. Це один із ключових запобіжників, щоб не було революції, дати людям реальний механізм змінити владу легально і ні в якому разі не узурпувати. Це, знаєте, це робити, як кажу, дерево, на якому сидиш. І влада знову це робить. А легальний механізм – це так. Або ми можемо швидко перевибори зробити, коли нам не подобається, ми повинні вийти на вулицю, нам повинні перепризначити, да, вибори. Або як в Ісландії, подати людина, політична культура, вона подала відставку. В нас цього немає. Новий, у нас конституція зараз нова робиться, це узурпація влади в чистому вигляді. Це все ускладнює ситуацію. Наскільки я пам'ятаю, кваліфікуючим признаком тоталітарного государства в праві є відсутствие обратной связи от общества. То есть мы не можем реализовать обратную связь. Не можем. Да, не можем. И повлиять. То есть максимум это запись в Фейсбуке или снять вот такую передачу. Да. Вот как дальше, то, что система продолжает консервироваться. Например, Кабмин, він таки затвердив положення про цю комісію з відбору вищих державних чиновників, да? Ну, і все по класиці жанру. Значить, персональний состав цієї комісії затверджується Кабміном і Нацагенцією з питань державної служби. Колишньою держслужбою, да? То есть... Теперь смотрите, какая все. Морально ответственность служит. Какой? А мы с вами говорим, какой вот, надо молодых, надо новые вырастут элиты, они должны идти снизу. Куда они там попадут? Я хочу замкнуть. Вот смотрите, коллеги, какая моральная ответственность ложится на Порошенко и всех вот этих постмайдановских товарищей, которые туда пришли. Там, да, вот, куля в лоб и так далее, и так далее. Они взяли страну, которая стоит перед библейскими вызовами своей истории, историческими, да, государственными и так далее, и так далее. Они могли при поддержке народа, обратившись к активу и к народу, вот выйти, шапку об землю ударить и сказать: люди, я сам заложник этой системы, мне нужна ваша помощь, мне нужно ваше добро на то, чтобы совершить эти санкции. Да, каждый день, выступая по телевизору, просил у народа поддержки и полномочий. Объясняй конкретные действия, которые ты будешь совершать. Народ же поддержал, энтузиазм был зашкаливающий. Они
И тогда можно было выступить против этой системы, сломать, благо, что есть исторические примеры, давайте уже Ли Кван Ю не вспоминать очередного и так далее. Можно это было сделать. Они предпочли вступить в сговор с этой системой против народа, придя по крови кровавыми ботинками, по крови погибшего народа на Майдане к власти. Я не знаю, на каком круге ада будут гореть эти люди, потому что иметь все и возглавить эту раковую опухоль, да еще больше закрутить гайки, попытаться усурпировать власть, привести Винницкий клан к власти, да, там сейчас Гройсмана они поставят, премьер, и все сосредоточится, и так далее, и так далее. Памятником этим людям будет, это надо будет ставить памятником этой грандиозной глупости, потому что она, это хрестоматийная глупость, это вопиющая глупость, которая сделает все. Я не знаю, как они закончат физически, как Чаушеску, будут ли они при этой жизни, поймут ли они все глупости, которые они совершили, но я вас уверяю, что как минимум посмертная судьба их будет страшная, и память о них будет страшная. Я когда-то, когда Порошенко пришел к власти, в первый же день инаугурации сказал, в Фейсбуке написал еще где-то, что о нем, мне все тогда было уже понятно, о нем память будет хуже в украинском народе, хуже, чем о Янукович. Хуже. Янукович был просто дурак и завгар, который гнал страну туда, где ему платили бабки и пухали компроматом, в сторону России. Путин его умело загонял. Этот имел все возможности оборвать исторические связи с Россией, развернуться на Запад, заключить там поддержку, объединиться с обществом. 54% для Украины — это невероятная цифра поддержки. Да, там ну, Ющенко была куча схожая актива. В конце 4-го. Да, то же самое. Множество активов и так далее. Он получил войну, да, он получил войну. И кинул бабки на офшор в воюющей стране, имея вот такие вот шансы. Это феноменальный идиотизм, феноменальный. Не иначе, чем деформация мозга, отсутствием общей культуры и прочими терминами уже из медицинского словаря, это не объяснить. И у нас реально нет выхода. Хорошо. А его, вот хорошо. Кроме революции. А Запад нам поможет, знаете, как вот? Вот все прекрасно понимают, что Украина была и, к сожалению, остается управляемой извне страной. По крайней мере, с дуже сильным зовнішнім впливом, да? С одной стороны Россия, с другой западное сообщество. Скажите мне, вот особенно на фоне вот этого неудачного для нас, да, хотя кто-то говорит удачного, референдума в Голландии. Скажите мне, а можем ли мы, Анна, по вашему мнению, рассчитывать на какую-то помощь в плане со стороны Евросоюза, чтобы они також штовхали цю систему, да, допомагали українцям штовхати, или по барабану? Я по своїх переконаннях україноцентрист. Я не вважаю, що ми повинні дивитися на Захід чи на Схід. Ми повинні розбудовувати Україну, а всі інші – це наші партнери, якщо нам це вигідно. Не більше того. Я поясню нашим глядачам, чому так виходить, що у нас зовнішнє керування держави. Тому що продажні еліти нами керують за рахунок того, що нам дають кредити, які осідають в кишенях наших еліт, бо ми з вами цих кредитів не бачимо. І вони змушені от у такий спосіб продавати Україну, давати можливість нами не те, що керувати, а втручатися буквально в кожне призначення посадове. Ну, ми це добре знаємо, ці речі, так, в експертному середовищі. Ось, що жодна посада не призначається без дозволу з Заходу. І, відповідно, для мене це ганьба, як для громадянки України. Мені соромно за це, що моя держава така. Я би не хотіла просити допомоги у Заходу, я би хотіла брати приклад з тих цінностей, які, можливо, нам близькі, бо не всі західні цінності потрібно запозичувати. Але якщо ми говоримо про демократію, чому б ні? Якщо ми говоримо про законодавство, про цінності права, чому б ні? І на тому все, розбудовувати державу. І, власне, тому я розумію там голландців, французів, німців, повірте мені, що так би проголосували всі західноєвропейські держави. Тому що я не розумію, чому вони повинні нас любити, чому простому європейцю потрібно з нами об'єднуватись. Вони це не розуміють, це нелогічно, це нормально. І, чесно кажучи, мене це не дуже бентежить, я скажу так. Мене бентежить, чому ми постійно дивимося то на Росію, то на Захід. Ну вот Алексей когда-то говорил еще несколько месяцев назад, тоже такая центристский такой взгляд, Соединенные Штаты Украины, да? Да. Не как клон США, а как какой-то... И наверное, расширивать свои кордоны. Наша задача, я же говорю, Украина – это золотая пряжка на серебряном поясе от Скандинавии до Австралии. Вот мы, абсолютно. Мы можем получить массу преференций, да. Массу дивидендов с нашего положения. Вот это. Только так. Не многовекторности, а наоборот. Надо... Страна, которая хочет стоять самостоятельно, не опираться на большие наднациональные внешнеполитические и военные блоки, она должна быть очень сильной и заявлять очень конкретную позицию. Как Швейцария, как Израиль. Вот это наша дорога. Самостоятельно. 40-миллионная нация, талантливая от раскраски горшков до космических программ. Мы все можем сами. И так далее. А почему они это делают, я объясню. Потому что они не перешли корпоративный уровень сознания, эти люди. Они не хотят заниматься государственными проблемами. Просто не хотят.
И так, они, им хочется отдать такие вещи, как стратегия, как развитие цивилизации. Но вот эти вещи отдать западной бюрократии. Пусть НАТО решает военные вопросы за нас, вопросы безопасности, а ЕС решает чиновники и решает вопросы вот государственного, куда мы плывем, что строим и так далее. А мы будем корпорациями нашими заниматься. Понимаете? Вот это все. Они просто не переследуют уровень, они не хотят его перерастать. Они сели в эти кресла, они их хапанули, потому что по Марксу самый экономический, господствующий экономический класс стал господствующим политическим. Mm-hmm. И обнаружили, что они не понимают и не хотят заниматься этими вещами. А ты же президент, ты же глава Верховной Рады, ты председатель правительства. Ты вынужден хоть 15 минут в день, но заниматься общенациональными вещами. А им скучно. Им неинтересно. Я видел Порошенко, когда он принимал решение по наступлению летнему в 2014 году. Метров с 20 в штабе АТО. Из-за кустов смотрел. Я там тоже оказался в это время. Вот ему объясняют, а у него такая невыразимая тоска написана на лице. Ему не в кайф, ему не интересно. Он где-то мыслями там в офшорах. Я понимаю это выражение лица. Ну теперь вы уже понимаете. Теперь я понимаю. Да. Он мыслями где-то был там, где-то далеко. Ему не хочется заниматься этими вещами. Просто не хочется, понимаете? А бросить уже нельзя. Чемодан без ручки. Как это? Ты взял кресло, оно тебе обеспечивает твои экономические преференции. Ну куда же уже бросать? Вот они в этом положении. Государством править не хотим? Не хотим, не можем. А отпустить его не можем. Все, сидим. Чемодан без ручки. Страна для них. Я извиняюсь, время уже, к сожалению, 50 минут. Очень приятно вас слушать, як то кажуть. Але часу вже ефірного нема. Дуже дякую, Анна, що ви к нам прийшли. Анна Маляр була сьогодні нашим гостем. Кандидат юридичних наук, юрист-кримінолог. Спасибо вам. И постоянный эксперт нашей программы Алексей Арестович, который чуть не съел все эфирное время. Вот такими у нас получились итоги уходящей недели. Напомню, что на обновленном сайте телеканала работает прямая трансляция эфира. Там же вы увидите все записи программ, как, впрочем, и на нашем официальном аккаунте в YouTube. С вами был еще и Артем Алешин. Пока еще до встречи в это же время и на этой же частоте. До свидания.